Давай, Кать, давай, рассказывай, начинай. Я не могу. Давай, начинай, ты чё ломаешься, так как мы с тобой Давай ты репетируем. первый. Я не первый, у тебя первое, вот это четверострочие должно быть. Давай ты первая, я после тебя, давай. Начинай. У меня второе, тупица, ты начинаешь. А, я первый начинаю, тогда, извините. Мы тут для всех вас подготовили стишок, с которого мы хотим начать вот эту серию. Поэтому, пожалуйста, в уши наострите, чтобы все понять. Давайте. Новый год у нас за дверью. Дед Мороз пришел к нам в дом. Подарки, елка и варенье воцарили за столом. А Снегурка Люда набухалась, пьяная упала в снег. И в таком вот состоянии там нашел ее дровосек. Кот Максим совместно с елкой шандарахнулись на пол. Шар разбился, Катя в шоке. Вот такой вот рок-н-ролл. Эдисон сидит в Майнкрафте, строит дом и ест салат. Вот такой вот Новый годик. С праздником вас всех, ребят! С праздником, ребята, с новым наступающим 2020 годом! Желаем счастья, детей, внуков, хорошего настроения, чтобы голова не болела, чтобы температуры не было, чтобы оливьешкой на Новый год не траванулись. Живите, растите, радуйте жизни. И, Катя, и что последнее ключевое? Что надо делать? Ключевое, чтобы исполнялись все ваши желания и мечты. А вот мое не исполнилось в Новый год. Какое твое? Волосы! А-а-а! Ну подожди, как бы Новый год же еще не наступил, кто его знает, какие сюрпризы нас с тобой ожидают. Все будет, Катя, и у тебя волосы, и у меня волосы. Обещаю. А посмотрите, какие вот ботиночки мне подарили, кстати. Кстати, да, я такой небольшой, такие розовые лабутены, бутильены сделал подарочек такой на Новый год. Ходит такая вся в розовом. Главное, чтобы девушке нравилось. Обслюнявила всего, фу! Так, пока Новый год не наступил, нужно срочно покормить всех наших детей, потому что в последний раз мы это делали давненько. Предлагаю начать с Милки. Ты начинай с Милки, я начинаю с Чебурака. Чебурак, сын мой, хоть не от родной мамы, а от какой-то другой собаки, но ничего страшного. Чебурак, ты всегда был хорошим и бесполезным псом. Но я тебя люблю, пупсик. Кушай. Вот так вот, да? Да. Ну, Милка у меня тоже хорошая кошка. Вон она на кровать вернулась, кстати, на свое родное законное место. Ну, она тоже бесполезная, согласись. Совсем бесполезная. Так, иди сюда, садись, садись в лодку. Как, зачем? Ну вот, смотри, смотри, видишь, у меня там... Эй, там какой-то скелет заспавнился. Я сейчас. Я на помощь, А, он загорелся. Смотри, мне моего снеговика не убивай, он мне там все заснежить должен, ясно? Собака. А чё ты снеговика притарабанила-то на отдельный остров, даже мне не сказала? Все нормально. Эй, а ты... Ты в меня, что ли, дурачок? Или в скелета? У вас там самые непонятные разборки, которые только могут быть. Скелет тонет, снеговик куда-то рыбу там ловит своими снежками. Ты просто носом клюешь. Так смотри, он мне заснежил все. Слушай, Кать, ты только что начала свою речь с того, что надо накормить всех наших детей. Потом да хватит! Ты сдохнешь в этой жизни, нет? Заколебали, поехали обратно. С одной стороны снеговики хорошие, с другой стороны они бесполезны. Они просто монстров отталкивают. Кошмар, а эти вообще лентяи. Вову, подожди, там, кстати, реально то... Ядрёный пердак, а вы-то хотя бы будете работать в этой жизни, а? Катя, постриги их нафиг, постриги их налысо. Серьезно? Да-да-да-да. Раз, два. Вот и сидите, красавчики, там. В лодке своей, не работающие. Такие, сразу. Михуильчик, Михуилянчик, Михуилидзе. Ой, куда собрался? На улицу нельзя. А я даже не знаю, чем его кормить, тон-то и прикол. Рыбку взяла, сырую тресочку.
ну кини его. Будешь? Я не знаю, мне кажется. Ну корми тогда его, я пойду покормлю нашу Елизавету бешеную. Так, у меня на шелковое касание, все работает. Елизаветочка! Елизаветочка, здравствуйте! Ай, твоя дочь опять в зубы стекло взяла, дуремон! Да вот смотри! Смотри, в зубах стекло держит! Ты дурочка, что ли? Ты зачем стекло жрешь? Второй раз на нее ругаюсь, честное слово, ты порежешься, держи ягоды, как нормальная лиса, стекло выплюнь. Вот, молодец. Есть лиса, ты вообще. Все, кушай давай, пошли, Катя, пошли. Ну я там это Михуилу рыбку наложила, поэтому все нормально. А все нормально, кушает? Так, давай, застраивай вот это стекло, ты подняла его случайно. Маргариточка наша, мастер, знаешь, как мне говорили подписчики под предыдущей серией в комментариях? Знаешь, что? Ты зачем снег поставила, они сейчас выпрыгнут отсюда! Ой-ой-ой-ой-ой, простите, я просто хотела снежного настроения им дать. Как мне говорили подписчики в предыдущей серии, что вот эта зомби-лошадка, это воскрешенный мастер версии 1.0. Это было предыдущей... Тихо, нельзя такое говорить! Ну ладно, просто предыдущую серию посмотри. Вот тут подсказка сейчас на нее будет. В предыдущей серии Катя подарила мне зомби-лошадь. Я в душе не чаю, откуда она ее взяла, но она мне ее реально подарила. Спасибо, Катя. И никто никогда не узнает, откуда я ее взяла. Это секрет. Подписчики уже, скорее всего, узнали. Пошли. Твои подписчики ничего не знают, а ты зомби-лошадь. Ну-ка, все, пойдем. У вас свои секреты, которые я 100% рано или поздно вычислю, поэтому как бы даже не переживай. Там еще Нургамед, там еще Мухамед, тут еще вот это... Слушай, а может мы в гости к этому, к Гоше, Жора, как его там зовут? Я забыла вообще, что у нас банда есть. У нас еще панда есть. Здравствуйте, молодой чубзилет. Откуда он тут? Здравствуйте, еще один молодой чубзилет. Здравствуйте, еще два молодых чубзилета. Тебе искололся до смерти в кустах сладких ягод. Извините, я нечаянно. Ядрёный случай, это сколько? 4-5 зомбаря на меня рыпаются! Это как вообще? А что за нашествие-то? Предновогодний ядрёный черешка зомби-апокалипсис. Кать, помогай мне, пожалуйста, здесь. Ну я сейчас, подожди, приду, помогу. Так, сейчас, ты где? Подожди, они, походу, вырубили всех наших снеговиков. Вот последний остался, который тут разбирается. Мне кажется, что надо заспамить как можно больше снеговиков. Прикрывай меня, Кать, прикрывай, я сейчас быстренько это все сделаю. Прикрывай! Тихо, тут пожар. Спавню снеговиков, Вот три, давай, вступайте в бой. Кать, вырежи им вот эту... А, я сейчас сам вырежу. Помогайте, да их Катя. Тут миллиард, они нападают на меня. Помогайте, пацаны, помогайте! Откуда так много зомбарей, я не могу понять, а? Я вообще сейчас прикола не понимаю. Вот тебе и Новый год, вот тебе и подарочки. Это наша деревня, нас так решила отблагодарить? Ой, Катя, это какие-то не шутки! У меня три сердечка осталось! Какие мишутки? Не мишутки, а не шутки! Кать! Слушай, давай дома встретимся, давай дома, домой! О, здравствуй! Так, они сейчас всех наших снеговиков перерубят! Кстати, да, но подожди, у меня вот такая теория появилась. А что если вся наша деревня просто вымерла, они все превратились в зомби-жителей и решили напасть на нас? Ты дурак! Я тебя сейчас зарежу! Не надо резать, это мой подарок тебе. Эй, ты что, дурак, что ли? Ну вот я... Ты убила мой подарок с предыдущей серии, Кать! Да чё он колется и заражает нас какой-то фигней, бесит. Ну, продолжай, тебе. Я тебе говорю, а может деревня превратилась в зомби-жителей, они решили напасть на нас, а там в той деревне полностью все вымерли? Так нужно срочно поехать туда и проверить. Давай, иди, запускай вагонетки, я сейчас тебя догоню. Давай, быстро! Бегу! Ааа, их тут очень много! Все под контролем. Сейчас. Ты что там смеешься? А, да так просто лишь. Ооо, здорово, пацаны, до свидания. Ооо, до свидания. Ооо, еще раз до свидания. Их слишком как-то много. Подожди, куда ты вагонетку отправила? Подожди меня! Садись ты в вагонетку уже, не толкай ее просто так. Давай, погнали, встречаемся в деревне.
Давай, погнали. Это было случайно. Как это случайно? Я случайно стрелой попал. А, ты куда меня затолкаешь? А что, вдвоём нельзя в вагонетку сесть? Нет. Нюх, мы почти приехали, Да не, еще далековато. А в смысле далековато? Вот мы уже в деревне. А, точно, точно! А, что за горка такая американская? Бум. Бум. Стой, не стреляй, у меня два сердечка! Так, подожди, реально жителей вообще нет, все пустое просто. Так может они по домам просто спят? Вот, секунд, вот этот, смотри там на вот этом, на крыше. Да вот они все спят тут. Че, реально? Да. А ну да, как им вообще превратиться в зомби, если у них такая огромная охрана? У них сколько тут в городе? Примерно 8-9 вот этих железных големов. Так реально, они все спят. Перепугали, блин. Ага. Здесь и вроде еще здесь и вот здесь, да? Если я хорошо помню. Так... Так, и... Ой. Ты что делаешь? Я, походу, спалился, да? Что это такое? Да не важно, отойди. Ага. И вот сюда. Так, редстоун взял, все хорошо. Если редстоун, это не к добру. Кать, в общем, как ты видишь, наступила ночь, да? Ну, вижу. Да, наступила ночь. А мне кажется, что это последняя ночь в этом году в Майнкрафте. Это кирдык. Все, последняя серия выживания, в принципе, в 2019 году. Ты это понимаешь? Понимаю. Хоть серия выживания выходила вчера, но мы с Катей такие посидели, попердели, подумали выпустить еще одну серию именно сегодня, чтобы закончить этот год, чтобы проводить этот год. И зачем ты сюда шандарахнулась? Нечаянно, помоги мне. Проводить этот год и закончить его именно серией выживания. Вот. Мне кажется, что сейчас самое время загадать желание. То самое совместное желание, которое мы оставляли на новогоднюю ночь. А после этого, возможно, произойдут некие чудеса. Ты готова? Готова. Давай. Давай. Вместе. Давай, я отчитываю, ты говоришь. Давай. Раз. Давай. Три. Два. Четыре. Шесть. Я хочу вернуть свои волосы! Я тоже хочу вернуть свои волосы! Дедушка Мороз, прости, пожалуйста, и нас, и наших подписчиков, из-за которых мы, в частности, потеряли наши волосы. Они нас заставили побриться, а потом месяц подряд ныли в комментах, что, мол, Едисон и Катя, верните свои волосы! А зачем вы нас заставляли тогда, а? Вы ж сами попросили, отрежьте волосы, вот и отрезали из-за вас. Ну, надеемся, что Дедушка Мороз в эту новогоднюю ночь сможет осуществить наши желания. А сейчас, Кать, пришло время встречать 2020 год вместе с подписчиками. И честно тебе скажу, весь этот зомби-апокалипсис — это была замануха. Я тебе специально заманил в эту деревню, чтобы просто отпраздновать с тобой вот то, что я тебе сейчас покажу. Поэтому отойди вот туда чуть-чуть дальше. Отойди дальше вот туда, к тому взорванному тобой дому. Обернись, пожалуйста, не смотри. Обернись в другую сторону спиной, стой за мной. Ага. Хорошо. Все, а я буду начинать. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. А ты уже смотришь, я же тебе сказал, обернись! Я просто хотела подглядеть чуть-чуть. Ой, как романтично. Железный голем убил только что зомби. Это салют? Это салют. Офигеть. С Новым годом. Но ты плохо поступил. В смысле я плохо поступил? Я решил тебя просто сюда заманить, чтобы отпраздновать с тобой вот этот салют. Ну ладно. Спасибо большое. С Новым годом тебя. И тебя с Новым годом, Икати-пупик. Эй, ну хоть раз назови меня нормально. Хорошо. Сегодня можно. Екатерина К.
Крафтозябровна. Ладно, Екатерина Крафт. Спасибо. Все. А он что, бесконечный? Ну, рано или поздно он 100% закончится, но это просто надо здесь посидеть и посмотреть на эту красоту. Круто! Как отсюда вылезти? Блоки под себя, блоки ставь! Они не ставятся на редстоун! Ну сломай тогда редстоун, пожертвуем одним фейерверком! Оп, оп, все, вылезу. А ты где? Вот именно! Подожди, на мне тоже волосы! Да, на тебе тоже волосы! Кать! Желание, желание Деда Мороза исполнил! В смысле, он наше желание исполнил! Это все благодаря фейерверку. Ты больше не лысая чупакабра, ты опять волосатая! А ты больше не лысый чупакубрик, ура, я так рада за тебя! Быстро к елке, пока еще рассвет не наступил. Быстро сюда, давай, быстро. Давай, 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 только в яму не падай, не падай. Не падай в яму, Кать! Помоги вылезти. Вылезай, давай. Давай встанем вот здесь. Давай, быстро возле меня встань. Вот на такой прекрасной ноте мы заканчиваем сезон выживания именно в 2019 году. И фиг его знать, что нас с Катей и вместе с тобой ожидает в 2020. Узнаем со временем. Я думаю, нас ожидает все только самое крутое. И я очень сильно надеюсь, что больше подписчики не загадают желание, чтобы мы с Катеридзой заново полысели. Хорошо? Хорошо. Всех с Новым годом! Всех с наступающим 8 марта и 23 февраля! Всем удачи и всем счастья в этой жизни! Всем успешного нового учебного года! Пока! Мне кажется, это не лучшее пожелание. Наверное, сейчас все проклянут и тебя, и всю школу, а? Ой, ну ладно, короче, все с Новым годом, с новым счастьем, мы пошли есть оливье. Кстати, там жаль, ты оливье реально забабахала? Да. Значит, пора жрать оливье. Всем пока.